Приветствую всех в новом обзоре. Сегодня поговорим про такую площадку, как Gilded Travel. Данная площадка у нас русскоязычная, основатели у нас из России. И тем не менее, хотелось бы все-таки вкратце поговорить про данную площадку и что же они предлагают. Gilded Travel, по названию уже как можно было догадаться, они осуществляют международные перевозки, вернее сказать, ну, к примеру, вы поехали в какую-либо страну и хотите посмотреть на ее достопримечательности. И данная площадка предлагает вам разнообразных гидов, которых вы можете заказать и которые вам расскажут про те или иные моменты, аспекты того или иного какого-либо места. И на площадке мы видим, что у нас присутствует большое количество гидов, у нас показывается их нахождение, в какой стране и городе они находятся, отображается количество их отзывов, а также деньги, количество денег, которые они берут в час за свою работу. К примеру, мы хотим поехать, допустим, в Рим, Италия. На сайте мы вбиваем поиск и вбиваем, можем выбрать и гида, можем также выбрать и экскурсию. Тут у нас разные ценовые показатели на этот момент. Выбираем дату поездки, к примеру, поставим май, 23 мая до 24. Выберем язык, пусть это будет русский. Так, дальше мы выбираем тип экскурсии. Что-то русский не выбирается, применить надо. Дальше мы выбираем тип экскурсии, к примеру, любые. Применяем и выставляем цену от 10 до 50, к примеру, баксов. Наличие авто, наличие отеля, дети, группа человек, 10. И ищем. Данная площадка нам выкидывает предложение. В данный момент, конечно же, ничего не найдено, поскольку продукт еще, как я понимаю, сырой. Но тем не менее, позволяет нам уже вкладывать в него деньги. На сайте можно провести регистрацию, зарегистрировать собственный аккаунт. Они предлагают прямой контакт путешественникам с гидом по принципу Uber, а также безопасные платежи и возможность возврата средств после экскурсии. Собственно, наличие технологии блокчейна это будет позволять. Также предлагают самообучающую нейронную сеть для личных рекомендаций. И большую часть своих доходов они будут отдавать тем, кто поддерживает проект. Как это будет, собственно, делаться в дальнейшем, пока непонятно. Присутствуют простые и удобные выплаты для своих партнеров. То бишь, проект заинтересован в том, чтобы как можно большее количество человек продвигало, рассказывало о данном проекте. И поскорее бы, да, чтобы им начали пользоваться. Насколько это удобно, сложно сказать в данный момент, поскольку существует турагентство, куда, в принципе, большинство людей будут обращаться. Но если у турагентства будет именно такое предложение, как у Gilded Travel, то со временем, возможно, ими начнут пользоваться, и оно приобретет массовый характер и станет популярным. В принципе, это все, что я хотел рассказать о данном проекте. Ссылки по нему я оставлю в описании, сможете перейти по ним и более подробнее ознакомиться самостоятельно с данным проектом. На этом все у меня и всем пока.